Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Сейчас расскажу некоторые изменения, которые произошли в расписании тренингов по защите каракан. Я не был уверен в том, что буду комментировать все партии матча, потому что матча на первенство мира, одному это сделать очень сложно. Но нашелся добрый человек, Аркадий Александрович Либерман, который меня в этом поддержал. И мы с ним сейчас проводим их. И в связи с этим расписание изменилось. Можете посмотреть. В общем, рядом со мной висит табличка. Мы сдвинули на 2 недели этот тренинг. То есть закрытая система стартует 26 числа. 26 ноября Карлсон с Каруаной еще играют. И вероятность того, что будет полноценная партия, конечно, остается. Поэтому... Но во вторник у них выходной, и со вторника мы начинаем тренинг. Если что, в среду тайбрейк. И среда тоже выпадет из нашего тренинга, но мы найдем возможность пережить эту потерю. В общем, записывайтесь, заполняйте Google форму, которая будет внизу. Обратите внимание на предварительные сроки предыдущих тренингов, следующих. И если есть желание выступить в предыдущих, закончилась у нас атака Панова, то есть принять участие, мы можем, в принципе, повторить этот этап. То есть нет ничего страшного, если что-то вы пропустили. В целом, как мне кажется, потихоньку нарабатывается опыт, потихоньку... Мне становится проще проводить именно вот в этом формате. Дело новое. Ну, в общем, и мои извинения за то, что бывают вот изменения в расписании. В общем, ну и еще раз напомню, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Смотрите, как я и Аркадий Либерман комментируем в прямом эфире матч на первенство мира между двумя сильнейшими игроками нашей планеты, Карлсоном и Каруаной. С уважением, до свидания.